Здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Я веду канал на Ютубе «Как сделать так, чтобы деньги были всегда», и я рассказываю о том, как инвестировать, куда инвестировать. Я рассказываю, куда инвестировать там деньги. Ну, например, если мало денег, как просто начать зарабатывать их. Если там в районе 100 тысяч рублей уже модельный портфель. Далее есть уже структурные продукты с защитой капитала, структурные ноты. Дальше для тех, у кого денег там, ну, скажем, ну, хотя бы в районе миллиона. Структурные продукты – это где-то в районе 250-500 тысяч рублей. И часто мне говорят, что, слушай, чувак, а ты вообще знаешь, какие зарплаты у людей, сколько люди получают, что у нас нет совсем денег? И я думаю об этом, я знаю об этом прекрасно. Почему? Потому что, в общем-то, я такой же, как и вы, ребята. Я когда-то родился и вырос в деревне, ну, в сельской местности, и, естественно, там мы жили не так, чтобы богато, и я привык с детства очень много работать. И поехал в город, поступил в институт. Вот, естественно, я жил в общаге очень долго. Я прекрасно знаю, как жить в общаге. Я прожил в общагах 7 лет своей жизни, даже больше, по-моему, потому что, ну, 5 лет я учился с половиной, и потом еще семейное общежитие. Да, еще 5 лет где-то вот так. То есть я прекрасно знаю, как это делать. И я прекрасно помню, как, когда были гайдаровские реформы, например, и в один момент цены взлетели в 3 раза, такое у нас немыслимо, в общем-то, а у людей денег не было. И я помню, у нас был маленький ребенок на руках уже, это было, мне было тогда 20 лет, мы жили в общаге, и я похудел на 20 килограмм тогда, потому что мы считали каждую копейку, и мы питались только самыми дешевыми, там, макаронами, вот эти вот перья и так далее. Я знаю, как это жить без денег. Я прекрасно это пережил, и я не хочу, чтобы это повторялось. И я всегда искал способы, как заработать побольше, и я находил эти способы. Я практически, ну, всегда жил и зарабатывал выше среднего. И меня это вполне устраивало. Вот. Ну, то есть я поездил там, скажем, по странам, я, сказать, думал, сколько, ну, какую зарплату мне надо. Вот. Я решил, что, в общем, сказать, там где-то в районе 1-2 тысяч евро мне достаточно. Почему в евро? Потому что я в основном как-то с Европой сравнивал. И примерно в этом диапазоне я всегда зарабатывал, всегда, вот, практически всю жизнь, ну, с редкими перерывами, когда мне было совсем худо, потому что несколько раз после того, как я стал предпринимателем, мне приходилось начинать с нуля несколько раз буквально. И тогда было тоже худо, вот, но понимаете, в чем дело? Когда я всегда трудился очень много просто и зарабатывал, и жил по принципу «хочешь денег, иди и заработай столько, сколько тебе надо». Но однажды этот принцип перестал работать, когда у меня был сердечный приступ и, ну, просто там почти инсульт, у меня кружилась голова очень сильно, я лежал и думал, блин, что-то я делаю не так, потому что вот сейчас, если там, ну, меня парализует, грубо говоря, то все, у меня все накроется. И я понял, что надо создавать источники пассивного дохода, и я стал с бешеной скоростью искать, что же я делал не так, рыться. И как-то я наткнулся на такой факт, что чем отличаются богатые люди, собственно говоря, от бедных, потому что я-то стремился стать богатым, я стремился зарабатывать побольше, а в результате вот я понял, что вот прямо сейчас я могу стать просто, ну, обречен на нищету. Вот, я задумался, а что же такое богатый тогда, если это не дом, не деньги, не машина. Вот, и понял, что я
не создавал источники пассивного дохода. То есть богатый человек от бедного человека отличается тем, что, смотрите, со всеми нами случаются, ну, какие-то варианты в жизни у нас бывают. Кому-то везет, кому-то не очень. И вот так получается, что если человек, то есть богатый, и он разоряется, то проходит совсем небольшой период времени, и он снова становится богатым, он снова начинает зарабатывать достаточно большие деньги. И наоборот, когда человек всегда жил в нищете, вот, и вдруг на него сваливаются большие деньги. Вот американцы проследили за теми людьми, которые выиграли очень большие деньги в лотерее. Так вот, практически все они в течение года стали еще более нищими, чем были, потому что они влезали в долги, они все деньги просаживали меньше, чем за год. То есть это стандартная абсолютно ситуация. То есть что я хочу сказать, что вся проблема не в том, сколько у нас денег и сколько мы зарабатываем, а проблема в голове, потому что есть какие-то определенные принципы, которые позволяют богатым становиться богатыми, зарабатывать больше, а бедных эти же принципы заставляют, то есть когда у них появляются деньги, просто эти принципы заставляют бедных скатываться назад в бедность и в нищету. Поэтому так как я несколько раз начинал с нуля, разорялся, вот, и снова поднимался, то, в общем-то, ну, наверное, у меня есть эти принципы, по которым я действовал, и вот сейчас прямо я хочу провести небольшой такой вот курс, тренинг о том, что это за принципы и как начать зарабатывать, когда совсем нет денег. То есть, ребята, я вас прекрасно понимаю, что когда нет денег для стартового капитала, что кажется, что это невозможно. Но это возможно, потому что я это делал несколько раз. И вот на этом курсе я расскажу о том, как мне это удавалось, какие принципы позволяли мне это сделать. Но так как тренинг предназначен для тех, кто, людей, у которых нет денег для начального капитала, то, в общем-то, он бесплатный. Потому что, ну, как я могу взять за это деньги, если у вас денег просто нет, правильно, по условиям. Поэтому я веду вот такой тренинг на бесплатной основе. Это не значит, что мне это не интересно, это не значит, что я с этого не получу ничего, кроме вашей благодарности, может быть, но на это я тоже не рассчитываю, потому что, ну, я рассчитываю, я прекрасно понимаю, на что я иду, я прекрасно понимаю, что у меня будет масса негатива на меня выльется в связи с этим тренингом. Вот, и потому что многие принципы будут не нравиться, люди будут отвергать их и так далее. Поэтому, да, я расскажу об этом. Все это будет абсолютно бесплатно, но одно условие, смотрите, если вы... Если вам кажется, что вам это не подходит, просто уходите оттуда. Если будет какое-то вот нытье, оправдание собственной нищеты, значит, я этого не буду терпеть, буду исключать таких людей. Просто вот из чата, из общего чата, из обучения, потому что это мешает нам, это прежде всего, то есть оправдание своей нищеты не катит, абсолютно не пройдет. Просто буду исключать. Как будет проходить этот курс? Этот курс будет проходить в виде серии вебинаров. Все вебинары будут записываться, поэтому мне не так важно, сколько там будет народу. Будут люди, которые хотят выползти из дна наверх. И я помогу, я расскажу о том, как это делал я, на основываясь на каких принципах. И я надеюсь, что я помогу,
многим, по крайней мере. Вот. Тем, кому не помогу, ну что делать? Я же не могу помочь всем. Вот. Кому не нравится. То есть, ну, значит, не понравилось. Значит, я говорю не то, что им подходит. Потому что, ну, мои методы, наверное, подойдут далеко не всем, потому что я – это я, вы – это вы. Вот. Но найдется кто-то, кому это подойдет. И милости просим. Записаться на этот тренинг можно вот сейчас, если вы находитесь на сайте, вы видите форму, там оставляете свои данные, фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail и город. И, собственно говоря, вы получите приглашение, вот будете получать приглашение на занятие. Если занятия в этот момент будут идти живые, если нет, то вы получите ссылку на обучающий тренинг. Там будут серия видео, будут задания, которые, ну, по ходу, я считаю, вы должны выполнить для того, чтобы справиться с поставленной задачей и начать зарабатывать. И я объясню, буду объяснять, что я делал. Вот. То есть, смотрите, вот вы видите форму, запишитесь, пожалуйста. Для чего мне нужен город? Потому что люди, у нас страна огромная, и я должен понимать просто, из каких регионов люди просто находятся, потому что есть разница во времени огромная. Вот, для чего мне нужен e-mail, потому что я буду посылать все видео на e-mail. Ну, телефон, ну, может быть, связаться можно будет. Будет введен общий чат для участников этого тренинга, на котором мы будем уже, ну, технические вопросы, которые возникают, я буду объяснять в этом чате. Тренинг бесплатный, то есть, но я не скажу, что мне это неинтересно, вы сами увидите, что мне это имеет, ну, как бы, мне это достаточно интересно, то есть, мы будем зарабатывать деньги вместе. Поэтому записывайтесь, я надеюсь, что я вас заинтриговал, подробности будут по e-mail. До встречи, с вами был Демитков Юрий.